А перед началом ролика хочу порекомендовать свою группу во ВКонтакте, в которой будут публиковаться анонсы и предстоящие видео на моем канале. Также для людей, которые хотят пропиарить свой канал, в описании есть ссылка на мою ВК-страницу. Пишите мне в личные сообщения, я отвечу всем. Всем привет, дорогие зрители, с вами Чокопаев, и это третий выпуск прохождения GTA 3. Так, нам еще Джонни, пока Чанки, Личонок. Так, а что тут надо сделать-то? Я не помню. Я вспомнил, мы сейчас должны в китайский квартал переехать и там всех порешать. Надрать им жопу, как я помню. Так, тут можно проехать? Нет, нельзя проехать. Нам еще указано, почему там амунация. У меня вроде 0,25 есть патронов. 25 точнее. Не знаю. Давайте съездим, пофиг. Лишними патронами не... Патроны лишними не бывают. Или как там? Патроны... Блин, я забыл фразу из Мафии 2. Патронов много не бывает. Так сказать. Я такую отсылку делаю мини на Мафию. Кстати, напишите в комментариях, проходить мне Мафию или нет. Любую. Дефинитив. 1, 2. Мне без разницы, какую. Только напишите. Ну, вроде бы я закупился пестиком. Теперь можно и надрать зад Чанки или Чонгу. Так, я помню тактику. Тут миссии надо из-за угла вот тут так встать. Так, оп. А где он? А, вот он. Китаец гребаный. Оп-оп. Оп-оп-оп. Псы тупые, блин. Он сейчас угонит от меня. Стой. Вот уж шлепок, а. Я забыл, то, что он удрать может. За Чанги или Чонгом. Я его вижу на миникарте. А у него не быстрая машина, мы его сейчас быстро догоним. Давай. Бам. Все, это я, кстати, да. Это я такой водитель. Тут недалеко ХП, кстати, находится. Все. Mission complete. ХПшечку тут возьмем. Оп. Поедем на еще одну миссию от Джоуи. Машина, кстати, называется Эсперанто. Это как чел, который придумал язык меж этот... Эсперанто. Это, по-моему, фамилия чела, который придумал язык, в котором все буквы из всех языков есть. Типа, каждый поймет. А может, я херню только что сказал, не знаю. Кража фургона, это тоже, по-моему, из разряда повредить. Что-то там на машине надо. Ну да. Тут надо взять какую-нибудь сильную машину, которая не с одного толчка сдохнет. Ну, возьмем вот эту, пофиг. Не повезло негру. Или это индус какой-то. Мне, кстати, деньги за что-то дали. Походу за то, что я отнял у индуса тачку. Ой, не-не-не-не, вот это надо взять, вот эту. Точно вот эту. Прямо 100%. Патриот надо взять, да, УАЗ. И тут резко я выезжаю. Бам! Просто. Он еще быстрый, такой массивный. Сейчас быстренько его... Оп! 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 Аккуратно. Аккуратно. Оп! И сейчас последний удар. Оп! Всем. Сейчас, может быть, мент подойдет? Нет, все. Все четенько должно быть теперь. Главное, чтоб я дальше не запорол ничего. Тут срезать можно. В порт. А дорога до порта куда идет?
Ну, будем по миникарте ориентироваться. Хорошо, что хоть она есть. А то представляю, что было бы, если этой миникарты не было. Как тогда вообще миссии надо было бы проходить? Оп. Быстрее. А мне там типа пофиг. Да, я заехал, все, они сразу уехали. Так сказать, логика GTA игр. Еще одна миссия у Джоуи. Что-то он прям раскошелился сегодня на миссии. Нам уже целая третья миссия. И звонок, кстати, появился. Тоже тот же, который я в прошлой миссии, ой, в прошлой серии завалил. Господи, как я так на прямой дороге все столбы собрал. Я, кстати, еще помню, тут какая-то миссия есть по привязке к этому, ко времени. Это, видимо, не она. Бля, что я сказал, что я не смотрю касцены. Да будет сделано. Вы же все видели, какой водитель охеренный. Все будет сделано в лучшем виде, так сказать. Лучший водитель в городе. Чокопай. Чокопайка. Так, ну ладно. Отнесемся серьезно к его словам. А то вдруг сейчас миссия провалится. Так, ну тут ехать-то недалеко. Оп, оп, оп. Окей, все. Пипец полный. Триады эти вонючие, блин. Хорошо, что мы их по сюжету должны наказать. Скоро. Ё-моё, случайно задел. Вот они, конечно, блин, негодники. Эти китайозы сраные. Но так и норовят что-то сделать такое. Ну ничего страшного, здесь проедем. Хотя... Ну я же говорил, я водитель такой. Крутой. Ой-ой-ой, видимо, что-то намечается. Вот по этой его последней фразе недовольной. Ну, давайте еще у этого чела тогда миссии сделаем. Хотя, может, добить Джоуи. Думаю, да, надо добить Джоуи миссии. А уже в следующей серии будем приступать к вот этому челу. Сейчас быстренько. Быстро. Блин, хотел красиво сейчас вылететь. С этого холма, но не получилось. Блин, вообще я доеду живым до туда. Вроде да. Мертвый скунс в багажнике. Красиво звучит. Только что здесь нам надо делать? Что-то я забыл. По-моему, нам надо... отвезти машину с трупом в этот... Это, кстати, последняя его миссия. Машину с трупом в... утиль. Ну или как это называется, короче, как-то так. Оп! Звезда, кстати. Ой-ой-ой, выходи, Клод, Клод! А-а-а! Красиво. Красиво, я выпал так. В стиле плохих парней. А это кто? Че за
дауна. Почему-то, кстати, в этом переводе от Фаргуса некоторые слова заменяются на какие-то более русские варианты. Например, в обычном переводе, тут авторском, тут написано утиль просто. Или там, я не знаю, металлоприём. Ну, как-то вот так. А тут именно прямо в молотилку. Кстати, если мы наберем на суммарно на всех прохождениях лайков 50, может быть. Ой, кстати, у меня это открылся багажник. Что вообще? Крепота какая-то там. Чел какой-то мертвый валяется. Короче, если мы соберем 50 лайков суммарно на всем прохождении GTA 3, надеюсь, вы это... Точнее, наверное, вы это сделаете быстро, я думаю. Если захотите, то я могу выложить версию перевода свою и версию HD текстуры. Вообще всю сборку GTA 3 могу выложить, если вы так хотите. Версия у меня со Steam, так что... Ну и кого тоже со Steam могут моим паком, так сказать, воспользоваться. На русификацию, на Silent Patch, на HD текстуры, ну и так далее. Я могу это все вам скинуть в единой сборочке, если вы 50 лайков наберете суммарно. Ну, если не наберете, значит, все. Отчет пойдет с этой серии. Все, давайте, дерзайте. Что это за маркер? Припаркуйтесь к помеченной дороге и выйдите из машины. Затем машина будет уничтожена. Прикольно, кстати. Интересно, такое было в GTA Vice City, GTA San Andreas? Наверное, нет. Ну и на этом мы уже, наверное, будем заканчивать потихонечку. Какой-то конус, блин, странный. Меня бесит. О, что это такое? Что это такое? Это GTA 2, типа? Блин. Ставим 100 лайков, и я это... Прохожу GTA 3 с такого вида. Блин, прикольно, кстати. Прикольно выглядит, но... Все, что-то я заговорился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, нравится ли вам GTA 3 или нет. А с вами был Чикапаев. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.